Вот я наврала про Путина. Моя мечта – приехать к тебе и обнять тебя. Это я обязательно сделаю. И мамы хотят приехать в Минск обнять нас, и мы хотим обнять тех мам, которые изменились, которые трансформировались, которые смогли победить болезни и вывести своих детей из аута. Мы хотим познакомиться, мы хотим сотрудничать, мы хотим, 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 мы хотим, чтобы дети были здоровы. И, ребят, мы думали, каким образом мы можем вас встретить в Минске. И в Минске ли? Это второй вопрос, да? И поэтому мы сейчас выдаем одну тему на обдумывание и на то, чтобы вы нам просто помогали мечтать и сформировать в нашей голове, каким должен быть мир инфодайвинга, наш центр. Ну вот смотрите, должно быть это помещение в Минске или в другой стране? Должно быть оно в лесу или в городе? Это бизнес-центр или это система каких-то коттеджей? Там будем работать только мы, либо там будут реабилитологи, логопеды, те, кто нужны детям для того, чтобы восстановиться, и не только детям. Возможно, там будут отделения для взрослых. Надо ли там медицинское оборудование, которое может там сделать УЗИ, МРТ или еще что-то? Это все разный размах, это все разные помещения, это все разные условия, и мы не знаем, что нам надо. И поэтому мы немножко обнаглели и решили обратиться к вам за помощью. Как вы это видите? Как вы это видите? Давайте помечтаем вместе. Каким должен быть центр мир инфодайвинга? Потому что если брать так, как мы сейчас работаем, то нам нужна одна комната. Но, понимаете, как-то встречать мам с подарками, с песнями, с плясками на лестничной площадке 16 этажа, наверное, некомфортно. Да? И мы хотим все-таки, чтобы у нас был центр. И на сегодняшний день мы понимаем, мы можем построить, мы можем купить, мы можем. Возможно, кто-то захочет принять с нами участие и помочь нам. Возможно, мы это сделаем сами, привлекая средства. Это все варианты. Вопрос, что мы хотим? И вот на этот вопрос мы хотим, чтобы вы нам помогли ответить. Помогите нам ответить, какой центр вы видите и где вы его видите. Два ключевых вопроса. Какой, что в нем должно быть и где? И этот центр будет называться «Мир инфодайвинга». Название уже есть. Название есть. Осталось придумать, как это выглядит, чем это наполнено. Опять-таки, как это все будет обставлено, в каких это стенах, либо не стенах, либо. Давайте мечтать вместе, и мы создадим проект, а потом мы этот проект материализуем для того, чтобы он проявился вот в нашей жизни и был либо здесь, либо не здесь. Да. Где? Именно помогите нам, как вы это видите, добавьте к нашим мыслям, к нашим, как мы это видим, добавьте свои видения. Видение, планы, да. Планы, да. И мы сможем вместе создать мир инфодайвинга. И дети.